Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в House Flipper. Если ты не подписался на канал, обязательно этим займись, обязательно это сделай. И спасибо большое за комментарии, за подписки, вообще за все. Просто спасибо большое, огромнейшее, и мы дождались наконец того момента, когда мы приступим к выполнению задания непосредственно, а не к покупкам дома. У нас в планах, конечно же, есть покупка дома вот этого, который в Киберпанке, как мне написали. Обязательно нужно его купить и выполнить все задания из с карты, короче. Марьяна Мажар. Игровая площадка вместо паркинга. Это не очень практично, хочу заметить. Доброго времени суток. Мы нуждаемся в изменениях вокруг нашего дома. У нас есть большая парковка на участке, но наши внуки научились бегать. Твою мать! Детки не могут играть возле авто, поэтому мы просим переделать парковку на рай для трехлетки. Было бы неплохо поставить хотя бы качели, песочницу и место для игры в футбол. Благодарствую наперед за помощь от своего лица и лица моих внуков, Марьяна Мажар. Качели, песочницы и место для игры в футбол. Ты представляешь, сколько всего нужно замутить там? Какая у них огроменная парковка, это просто кошмар. Но пойдем делать ей место для... А где там место для игры в футбол будет? Я что-то, наверное, не понимаю. Место для игры в футбол должно быть огроменным. Оно должно быть большим. А здесь лишь какая-то мелочь. Здесь что нужно делать? Здесь нужно кусты, рассыпать покрытие, удалить брусчатку. Хекс. Метр на метр. Ерунда, игровая площадка. Что тут? Песочку насыпать надо. А где? Где песочку насыпать? Вот тут? А кусты что? Вот кусты вот здесь, что ли? Подожди, а где кусты? Кусты вот здесь сажать. Вообще что-то не ясно мне, честно слово тебе говорю. То есть, вот это вот будет все игровой площадкой. А вот это вот ерундовина, узенькая тропинка, будет кустами. 11 квадратных метров. Ну и давай приступим к кустам, потому что кусты-то поменьше всяко будут. И, наверное, нам за это очень много заплатят, потому что уж с садом заниматься это, ого-го, как тяжело и много, и дорого. Дай-ка я еще разок прочитаю, что мне нужно. Рассыпать покрытие гравий одноцветный. Давай гравий одноцветный рассыпем. Он квадратиками, наверное, должен быть все-таки. Мы квадратиками же вроде бы играемся. Блин, а я не смогу... Все понятно. Ну, наверное, это где-то так работает как-то, да? Да, конечно, именно так это и работает, дурил ты, картонная. Удалить сначала надо было, да? Да, надо было сначала удалить. А как удалять? Как удалять? Продажу. Так. А, ну то есть тут можно было бы это, в принципе, и так сделать. А вот это надо удалять, нет? А то же я сейчас удалю, и мне скажут, что нет, не надо было удалять. Надо было удалять. А что таким кругом удалилось все? Интересно. Скорее всего, и это тоже... Да, это тоже надо удалять. А вот это надо? Нет, не надо. Ну, погнали удалять. Хрен ли нам, ребяткам? А, он удалил и эту еще. Ясно. Рассыпать гравий. Давай гравий рассыпать. Я вот, видишь, опять невнимательный. Заприметил этот гравий и все, и прикопался к нему. Все. Криво, косо, елки-палки. Ну, а какая разница? Нам не за ровность платят деньги, а за проделанную работу. Ну-ка, ну, мы один хрен займемся вот этим вот. А я сейчас вот так вот надел, короче, и вот там вот сейчас будет криво-косо. А что поделаешь, иначе никак. Рассыпать гравий одноцветный. А, то есть я даже еще не закончил одноцветный гравий рассыпать. А, ну и ладно. Как же здорово, что игра понимает, что я что-то не доделал. А где мне еще надо насыпать? Подожди, я уже ведь уже где только можно насыпал. Там, может быть? Может быть... Ну да, где-то здесь. А, нет. Что ты хочешь-то от меня, гравий? Посадить растения, хвойный кустарник, широкая коническая форма. И неправильная форма. Ну давай. Широкая коническая — это сосна отистая, сосна остистая. Какую из них нужно посадить? Складчатая, китайская, обыкновенная, голубая, японская, белая, желтая, гельдрейха.
Стистая, ну давай я стистую, купить сейчас. А сколько? А, три штуки, летить, колотить. Ну, значит, нужно поставить вот так. Вот тут одну. Да? Блин, криво, косо. Ну, как... А, подожди, нет. Поднять и поровней поставить. Ну, иначе вообще как-то нам удобно получается. Я же еще лучше стал. Ну, ой, знаешь, не приставай. Я как бы посадил хвойный... А, я не посадил. Давай расставим ее тогда вот сюда вот поставим еще. Вот сюда. Вот сюдашеньки. И вот садовые растения должны быть посажены для этого взаимодействия с ними. Серьезно? Ёлки-палки, я думал, не должны быть. Ой, у меня аж в ушах зазвенело, кошмар какой. Вставь растение. Давай вставим его в гравий. Сначала гравий насыпали, потом копать начали. Вот это логика. Логика просто опупенная. Пара-па-пам, парам-пам-пам. Давай-ка, поливаем. Прижилось? Прижилось. Вставить растение. Слушай, лопата вообще кайфовая. Смотри, с какой скоростью она копает. Просто вот... Чик-чик-чик. Лепота. Лепота, мне нравится. Нравится мне все это. Если ты хочешь мне сказать, что... Завязывай с хаус-флиппером, оно уже всем надоело. Я скажу тебе... Нет. Оно мало кому надоело, точнее, даже если оно тебе надоело, то ну потерпи просто, пожалуйста, а. Я хочу закончить хотя бы с заданиями. Задание нужно спрятать. Ой, спрятать, блин, прочитал внизу спрятать инструмент и сказал спрятать. Задание нужно хотя бы закончить и, естественно, выполнить все задания на карте. И потом уже будем заканчивать уже с хаус-флиппером и переходить к другим игрушкам. Так что не переживай, все будет, но не сразу. Как бы 10 игр я одновременно не могу записывать, а... Да и распыляться на все это дело я не хочу. Сейчас прям чутка, погоди. Прям я вот так вот, вот прям вот, вот так вот сделаю, да, вот просто мне не нравится, как он стоит, микрофон этот, корявенько. Так, давай вот сюда встанем, возьмем кустарничек, купить несколько и пас. Ухо-хо-хо-хошенький, какой нагроменный, ты смотри. И вот сюда. Не очень ровно, конечно, но а что поделаешь. Просто вон та елка немножко должна была вон там быть, а не здесь. Ну, беда какая, а? Слушай. Ничего страшного. Это свобода творчества. И никак иначе нельзя это назвать. Смотри, как копаем хорошо. Блин, мне так нравится, как работает эта лопата. Просто она прям мгновенно выкапывает ямы. Не то, что мы тогда мучились с тобой, блин, выкапывали эти дырки. Кусты закончили. Отлично. Удалить предмет брусчатка. Еловая, косая. А, елочка косая. Хорошо. Погнали. Я так понимаю, здесь не удалишь все равно как бы лишнего. Поэтому давай удалять все, что можно удалить. А вот тут это... Брусчатку можно заново удалить, короче, я понял. Можно... А, убрать верхний слой, это не гарантирует нам с тобой никакого дохода. Понятно. Но единственное, что вот это огрызки, они мне очень не нравятся. Но с ними ничего не поделаешь. Квадратами он удалять не может. Он почему-то квадратно, насыпанную квадратом брусчатку удаляет кругами. Это очень нелогично. Ведь я насыпал-то квадратами, зачем ты удаляешь кругами? Рассыпать покрытие песок, смонтировать игровую площадку, поместить предмет карусель, качели. Хорошо, давай. Давай сделаем. Насыпем песка, но квадратами, естественно. Купить несколько... Это максимальная. Максимальная ширина, высота. Это я везде песком должен засыпать? Ну, класс. Ой. Ну, заступаю немножечко. Ну, что поделаешь, ну. Угу. Нет, это не все. Вот так. Ой. Ну, чутка промазал, ну ничего страшного, со всеми бывает, правильно, правильно? Ну, правильно же. Слушай, это просто идеально сейчас будет. Идеальный ровный рассыпанный песок. Ну, отлично же. Ну и теперь, естественно, здесь рассыпаем, чтобы наши... Не наши, а наши клиенты... Да, наши клиенты со своими внуками, детьми и всеми прочими трехлетками радовались, наслаждались... Красоту этого песка. Им бы еще бассейн сюда поставить, будет вообще класс. И пока на улице погода противная, мы можем наслаждаться теплыми
теплыми атмосферами этой игры. Солнышко, птички, там все дела. Куда еще не насыпал ты мир? Опа, вот оно. Неужели ты хочешь, чтобы я сюда насыпал? Нет, он сюда не хочет, чтобы я насыпал. И как быть? Как мне... Серьезно, ты, тебе вот этого не хватало? Капец, ну криво же теперь. Ну и ладно, а что поделаешь? Песок насыпали, игровую площадку сейчас монтируем. Делов-то это... Зелененькую хочу, чтобы была под цвет... Под цвет. А почему нет зеленой крыши, такой же, как вот эта? Ну, пусть будет... Не, желтый вообще убого выглядит. Да пусть красные дети, пусть радуются большим, ой, большим ярким цветам. Кедр, вот кедр вообще отлично. Купить сейчас. Ого-гошеньки, какая она огроменная. Так, ага. Ну, можно сделать вот так, типа скатываться ребенок будет в кусты, но это не очень правильно. Это не очень правильно. Так что давай-ка мы сделаем вот так. Блин, а качели-то как качаться будут? Вот, короче, вот здесь будет логичнее всего поставить эту площадку. Качелям есть где качаться. Из горки есть куда скатываться. Ух, блин, смотри, какая скорость. Скорость просто мгновенно вертит, аж тошнить начало. Так, гвоздик. Хорошо, хоть не по одному гвоздику надо засовывать, уже классно. Так, 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 так. Все, а покачаться можно? Пожалуйста, пожалуйста, ну дайте покачаться. Не дает. Карусель, карусель. А чем этот? Это же этот. Брат Соника, да? Да. Серьезно? А зачем он здесь нужен? Он так забавно выглядит. Ну пусть вот в этом углу стоит. Ну типа, а почему нет? А карусель мы поставим вот сюда. А вот футбол, где они играть будут, это уже не ко мне вопрос. Пусть играют где хотят. Задание выполнено на 357. Блин, что такое-то? Почему так дешево? Неужели мой труд так обесценили? Офигенный вид, конечно, поменялся. Прям не могу. Тем более вот здесь. Показывают. Я не пойму, зачем это показывают. Ведь ничего не поменялось. Офис, я хочу заметить, мы так и не сменили. Офис как был в этой халупе, так и остался. Но ничего страшного. Ничего страшного. 26 мультов. Почта. Задание только прибавилось, мы же выполнили. Анжелика Пупкина, дома оставшейся от тетки. Нет, тетка, не. Да, ладно, давай по очереди. Привет, старая тетка попала в хоспис и, скорее всего, оттуда быстро не вернется. А мне осталась ее хата. В общем, неприглядная. Я охотно бы сравнял ее с землей и построил бы на ее месте что-то новое. Но у меня нет на это денег. Дом сам по себе страшный и выглядит как приют для одиноких матерей с прошлым. То есть, в принципе, как для меня. Выброси все шкафчики и вставь какую-нибудь нормальную мебель. Картинки со стен можешь тоже выбросить. Ням. В общем, сделай что-нибудь, чтобы это выглядело иначе, потому что пока что это выглядит как забитое село. А должно быть стильно и элегантно, ясно? Покедова. Вот так вот к нам обращается, как ее там звать, не помню. Как будто из деревни сбежала, серьезно. Она так выражается непристойно, просто что аж противно. В саду делать, я так понимаю, вообще ничего не нужно. Гостиная, маленькая кухня, спальня... А у нее же денег нет, ни черта, что же я с ней должен сделать? Так, ну здесь, в общем-то, удалять большую часть нужно. Ну давай, поудаляем все картинки, все вот эти... Ну, видать, еще и мебель. Паласы, все вот эти вот ненужные вещи, в общем. Изменить расположение комнат. О, это я люблю. Я люблю стены ломать. Они всегда очень ломаются так хорошо. У меня все по плану идет. Берем молоток, берем стену и ломаем. Ну а что нам строить дом построить? Нарисуем, будем жить. Так, так. А почему он... Ну-ка. Да что ты? Так тихонечко ударил, как будто бы и вовсе не хотел разбивать.
Почему они не падают вниз? Неужели такая прочная кладка здесь была? Ну вот прикинь, ты вот попадаешь куда-то в какую-то ситуацию, да? Вот тетку в хоспис отвезли. Как бы понятное дело, что она может оттуда и не вернется вовсе, но... Это же не повод ломать стены в доме. Так может она еще и к тому же несущая. Ну это точно не несущая, это видно, но... И понимаешь? Тетка уехала, приедет, а у нее здесь просто развалины. Просто развалины. И она даже этого не собиралась делать. Ей просто вот без ее без спроса просто взяли и разломали все к хренам собачьим. Она приедет и будет охреневать от того, зачем вообще все это произошло. Так, еще к тому же нужно заняться вот... Нет, не вот этой, а вот этой стеной. Да, 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 вот этой стеной, которая вот она вот эта вот. Сразу все стены поломаем, потому что... Ну а что они тут находятся? Они мне только лишь мешают. Отвлекают, так сказать. Угу. Молоток бы еще поблотней какой-нибудь поиметь бы. Было бы вообще классно. Чтобы он прям по три стены сразу ломал, было бы вообще здорово. А то что мы как эти... Чего себе. Видел, не? Сразу прям целую кучу разломал. Так, с этой стороны уже ничего не остается. Так, дверку открыть надо. Блин, вот снизу само не обваливается, ничего, это обидно. Выстреливает-то как? А, мешаешь мне, мешаешь, мешаешь. Красота? Красота. Все поудалял. Все поудалял, все неприглядное. Все ненужное. По мнению вот этой женщины, которая нам сделала заказ. Знаешь, с точки зрения морали мы этого делать не должны. Но нам за это платят деньги. Уже 214 тысяч рублей заплатили. Я думаю, что насколько бы эта бабка скоро не вернулась, все же деньги, они... Деньги нам уже заплатили почти. А все вот эти вот свершения на совести ее, так сказать, как ее звать-то хоть, племянница, наверное, тетка же ведь ее все-таки... Племянница такая, молодец. Очистить грязь, покрасить стены. Ну, давай грязь чистить. Вообще удалить предмет сначала нужно. Все лишнее поудалять, а потом уже заниматься грязью. Кстати, мы вместе с предметами и грязь поудаляли. Угу. Молодец, молодец. Это все не надо, это тоже не нужно. Угу. Поместить предмет кухонный остров. Так, здесь у нас что? Здесь у нас что? Ой, бляха-муха, смотри, какая красота. Здесь есть подвал. Но нам туда не нужно. А это что? Здесь два выхода рядом друг с другом находятся, нет? Нет. Тоже поудаляем предметы. Ну, потому что зачем они здесь нужны? Они лишь портят картину. Угу. Выполнили, Гарит? Выполнили уже необходимую часть задания. Но нет, мы не сдаемся на этих вот... Так, где фотография? На середине пути мы не сдаемся, естественно, мы пойдем дальше. Где фотография, усеянная цветами келья? А? Где вот мне ее надо найти? Она на карте не отображается, и здесь ее я не вижу. И как быть, как быть? М? А? Я тебе серьезно говорю, я не вижу. Если ты видишь, ты большой молодец, но я не вижу. Где можно здесь найти, блин, фотографию? Я вижу часы, окно и... Опа! Нашел. На 675 тысяч, смотри. Уже офигеть. Денег заработал. Кучу. Кучу денег заработал. Деньги не пахнут, как говорится. Че они? Деньги и деньги. Кушать хочется. Хочется. Давай красить стены. В оранжевый. Цвет... Купим вот эту большую банку и
блин, написано в оранжевый и белый. Но нет, мы не будем в оранжевый и белый красить, мы будем красить в оранжевый. Это хорошее развлечение, вообще, на самом деле, очень успокаивающее дело. Ты берешь и красишь. Красишь, 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 красишь. Красишь, красишь, красишь. Вот это вот развлекуха. А вообще, по факту, наверное, надо было бы кухню оранжевым покрасить, а вот все остальное белым. Но нет. Мы будем красить все в оранжевый, чтобы все светилось аж. Как солнышко будет у нас комната. Красивая, добрая, позитивная комната. Какой еще может быть комната с едой вообще? Только позитивный и добрый. Там должно быть все ярко и красиво. Ярко и красиво, чтобы каждый человек заходил и думал, вот это кухня, вот это здорово, я бы тоже себе такую бы сделал. А то зайдут в белую кухню, блин, как в больнице. Белая кухня, это вообще... Кто такие кухни делает? Белые кухни, это же скукота. Это же скукотища. Как в ней вообще находиться можно? С ума сойдешь быстрее. А тут у нас с тобой вообще дизайн дизайном. Ну-ка, мазюкой давай, говорю тебе. Мазюкой, мазюкой. Угу. Угу. Белым, может, я откосы покрашу. Вот это да, белым я... откосы только можно покрасить. Но ни в коем случае не всю кухню, а то же получится какая-то белиберда. Так, 84% это очень здорово. Ляпута, ляпута. Мне нравится прям рыжий цвет. Он прям такой, такой контрастный. Такой прям вот красивый. Так, сейчас наушничек поправлю, а то он мне выпадать начал. Зачем, не знаю. Чем вдруг в голову взбрело. Эсочку купим, купить сейчас. Поставить, взять кисточку, наполнить. И погнали красить всю вот эту вот ерундистику. Пара-па-пара-пара-пара-ра-ра-ра. Любимой девушке я имя написал. Так. Так. Процент прибавляется, это самое главное. А где это я еще не покрасил? Ну-ка поподробнее, пожалуйста. Не пойму. Я где-то не покрасил? Я где-то что-то пропустил? Неужели? Да ладно, серьезно, что ли? Неужели? Да не может быть такого. Вот это покрашено, это покрашено, это покрашено, это покрашено, и это покрашено тоже. Давай попробуем сделать так. Я, конечно, мог хоть что-то пропустить, но... Опа! Серьезно? Она же была рыжей. Ой, господи, что-то случилось с игрой, и она не поняла, что она рыжая. Что поделаешь, что поделаешь? Игра. Игра. Кухонный островок поместить. Естественно, сейчас... Ой, какой он. Какой он. Какой он. Здесь у нас все рыжее. Рыжие, естественно, вот это под... Не, это белое будет. Это будет белое, вот это будет под дерево, наверное, вот под вот это. Хотя нет, под такое оно тоже не подходит. Какого цвета у нас пол? Пол будет... Не будет, а есть красноватого такого цвета. Скорее всего... как он называется-то хоть? Не кедр, а вот... да не пурпурный. Сапеле. Вишня. Вот под вишню, наверное. Раковина будет серой. Ну, классика. Купим... Да, блядь, красная, конечно, раковина. На что поделаешь? Некрасиво. Под вишню не круто. Берем, значит, если только под темную... Нет, а там прям блеклый такой цвет. Там блеклый. Блеклый, блеклый, говорю. Сапель. Вот этот может быть. Ну, купить сейчас.
Короче, не лучше стало, поэтому... Поэтому будем просто вот наслаждаться тем, что у нас есть. Погоди, а это же ведь... Вот так как-то, наверное, должно выглядеть, нет? Зачем-то здесь нужен стол, а... Как поровнее поставить? Вот так, если только вровень со стеной, это как поставить? Кто придумал такие кривые эти пристройки? Ну, давай поставим вот так. Просто мечта сантехника, блин. Пришел здесь, вот стенку заднюю открутил, и все, и готово. Или здесь. Зачем вот это вот нужно, я вообще не понимаю. Глупости придумывают. Вот это тоже дело под темную... Нет, под цепеле. А, под белую... Ну ладно, пусть будет белая. Купить сейчас. Блин, ну это же вообще не круто. Это ж неудобно. Хотя, может, и удобно. Кому как, наверное, да? Пусть будет. Естественно, барный стул. Барный стул здесь очень нужен. Прям как этому. Прям вот как голодному пище нужен здесь барный стул. Под цепеле тоже сделаем. Деревянный холодильник. С черными вставками. Нет, блядь, с белыми вставками сделаем. Ой, ужас, какой гроб какой-то получился. Не, мне не нравится. Давай сделаем белый холодильник по классике, чтобы... Ну, что, он получается как выродок какой-то здесь стоит. Ну, он, конечно, и выглядит как выродок, иначе ты не назовешь. Подожди, а где сторона-то его? Вот это вот холодильник? Какой-то он странный. Тебе не кажется? Мне кажется. Ну и ладно, не дело не мое, кому как нравится. Человеку нравится такой холодильник, пусть пользуется. Купить несколько барных стульев. Пусть сидит один вот здесь, второй вот здесь. А, диван нужен. Диван на кухне. Погоди, сейчас я... Оп, почешу ухо. А, диванчик можно замутить вот здесь где-нибудь. А почему нет? А почему нет? Белый диван на кухне. Ножки металлические. Это хорошо, что ножки у него металлические. Значит, он ударопрочный. Отлично. Ну, так-то выглядит нормально, но рыжие стены не очень к этому всему идут. Ну, а что же я могу поделать? Так, телевизор сам нужен, нет? Нужна только тумбочка под телевизор. Вот так круто. Ну, тумбочку под телевизор поставим вот сюда. К чему она здесь нужна, я вообще не представляю. То есть здесь очень громоздко все получилось. Но поставим на нее драцену в белом горшке. Купить сейчас. Это такой себе телевизор, конечно, своеобразный получился. Уже на миллион, представляешь, на зарабатывали. Ну, естественно, перейдем вот здесь, вот сюда вот. Стены здесь ставить никуда не нужно. Нужно покрасить в лимон стенку. Купим сейчас красочку. Да что-то я... Ну... Угу. Какую плитку я могу укладывать? Мне не нужна плитка, мне нужно покрасить стены. Пошел прогресс. Ну, блеклый лимон тоже такой себе цвет. Хотя он выглядит хорошо. Он выглядит хорошо, но, наверное, в сочетании каком-то. Потому что пока что... Хотя уже нормально смотрится. Такой он спокойный прям. Спокойный, расслабляющий. Лепота. Лепота все-таки. Какой я молодец. Какие ремонты делаю. Мне можно взять, наверное, строительную бригаду какую-нибудь. И я вполне себе сойду за какого-нибудь, не знаю, дизайнера. Не самого лучшего, но я и не борюсь за звание самое лучшее, я борюсь за звание дизайнера. А дизайн дел такой, знаете, не конкретизированный. Дизайн, он и в Африке дизайн. Как бы... Кто меня заставляет делать так, как положено? Я вижу так, я художник. Я художник своей жизни, я вон какие дела делаю. Смотри, какая красота получается, это все мое творение. Все мое творение, ты понимаешь? Я... Опачки. Очко умений.
расход краски меньше, быстрее трясти на одновременно. Быстрее. Хочу быстрее. Просто хочу быстрее. Еще быстрее. Куда быстрее уже. А что-то быстрее особо и не стало. Хотя. Хотя как посмотреть, наверное, да? Встало все-таки, стало чутка быстрее. Но не прям так, как я хотел. Еще бы три стены одновременно красить, и было вообще... Закачаешься. Я и так быстро в целом-то крашу. Я думаю, можно было бы взять просто банку с краской, кидануть ее на стену и размазать вот этим вот валиком. Делов-то тоже, знаешь, вот это гораздо быстрее было бы, но нам так не нам так не разрешают. Нас в школе дизайнеров учили именно так. Берешь, кидаешь банку с краской об стенку, и все у тебя получается чики-пуки. Если тебе говорит клиент твой, что это дело делается совсем не так, ты его посылаешь смело нахрен и говоришь, кто здесь дизайнер? Кто здесь маляр? Кто здесь штукатур? Кто здесь вообще универсальный строитель? Я. И все, и вопросы все отметаются. Так что даже не парься, просто не парься. Поместить предмет: двуспальная кровать, угловой письменный стол, стеллаж, тумбочка. Ну, кровать, естественно, будет. Сейчас чихну. Чихну. Темно-синий, нет, не такой. Вот этот цвет. Вот этот цвет. И вот этот цвет. Но это не белый, это какой-то цвет ссаной тряпки. Честно, даже без обид, ребят. Ой, это не черный. А это, ну, тут коричневый. Тут коричневый, тут спору нет. Ну, красный вообще огонь. Видать, это подблеклый лимон все-таки сделано. Купить сейчас. Ну-ка, все крути, молодец. Блин, вот здесь вот подходить к кровати не круто совсем. Получается, что человек просто ущемлен. Давай вот здесь. Во, пролезать хоть получается. Давай попробуем тумбочки поставить. Правосторонний или левосторонний? Серьезно, что ли? Такой хренью занимаетесь, ребятки. Какие правосторонние и левосторонние? Купить сейчас. А, это вот тут, наверное, должна стоять. Правильно. И, естественно, левосторонняя. Она, по-моему, такая была и вот такая. Купить. Пум-пу-ру-рум. Красота, стеллаж. Калий нужно купить, стеллажик купить сейчас, вот сюда вот замутить. Трусы будем складывать сюда. Точнее, не мы, а вот кто-то. Трусы и носки, пусть валяются вон там. Или тетрадки, я не знаю, ну что можно туда сложить. И белый стол. Как в этом? Как в больнице все получается. Купить сейчас угловой стол, он будет стоять, естественно, в углу. Иначе зачем же нам угловой? Угу, красота. Красотулечка. Ну, стул черненький можно уже сделать, уж ничего страшного не случится. Угу. И вот сюда поставить. Все, отлично. Миллион заработал. Целый миллион заработал. Так, нужно взять какой-нибудь маленький проектик. Маленький ремонтик. Задание какое-нибудь взять. И чтобы до конца серии нам хватило. Чтобы не перехватило и чтобы дотянуть. До 45 минуточек-то. На 10 минут, короче, надо что-то взять, такое, типа, убраться, подобраться, подвытереться. Да. Почта. Детский сад, ремонты, покраска дома, тренажерный зал, реновация дома. Мой муж и газонокосилка. Я попросил своего мужа подстричь газон, и он, наверное, впервые за все время нашего брака сделал больше, чем надо. Увы, но мои клумбы канули в лету. Я хочу жить в саду, мне нужно... Затененное местечко для чтения. Я всегда любила симметрию. В моем саду все было симметричным. К сожалению, после трудов мужа в саду остался хаос. Я буду очень признателен за вашу помощь. Естественно, будешь. Давай начнем. Я думаю, что здесь все-таки делать будет не очень много нужно. И, следовательно, мы успеем сделать все это быстро. 6 тысяч я уже заработал с самого начала, представляешь? Можно заканчивать. Сад. Огород. А куда? Куда мне надо? Опачки. Вот. Вот сюда надо. Гамак. Ну, давай гамак.
Белый замарайц. Коричневый тоже. Вот это вот самое оно, наверное, да? Черный не круто, а вот, вот этот вот классно выглядит. Или вот серенький. Серенький, да, купить сейчас. И поставим его вот под вот это дерево. Да хрен надо под дерево подставиться. Вот сюда вот поставим. Отлично. Куда дальше? Опа. Удалить предметы бетонной плиты 7 штук. Так, это не то немножко было, ну ладно. 4. А куда еще-то? Раз, два. Все, что ли? Вот так. Поворот. Расположить бетонные и тротуарные плиты 100 на 100. 12 штук. Давай разместим. А какого цвета? Беленького? Серенького? Ну, возможно, вот это. Угу. Так, а как их положить сюда? Ну, пускай вот здесь будут. Угу. А они по размеру не подходят. Они здесь совсем не состыковываются. Ну, ладно. Будем раскладывать их вот в эту сторону. Почему бы и да. Ну и вот здесь тоже положим. Типа пусть здесь лежат еще. Да? Да. Да. Блин, корявый я, конечно, что... Что вообще, я не знаю. Она любила, конечно, симметрию, но симметрией здесь даже не пахнет. А между ними расстояние, что ли, должно было быть? Да нет, никому ничего никто не должен. Просто она слишком придирчива, у нее несимметричный огород. Вот и вся история. Ой. А я бы хотел чуть-чуть вон туда вот передвинуть. Ну ладно. Видать, не судьба. Че наделал вообще, блядь, не поймешь. Диван. Давай диван поставим. Диван тебе зачем в этом, в саду? Тетя. А, тетя. Ну ты дурочка, что ли, совсем. Давайте вот такие вот, такой вот диван зайдем. Ой, смотри, красные цветы, розы. Нет, это гвоздики. Нет, гвоздики нам не нужны. Купить сейчас вот этот вот диванчик. Поставим его, наверное, вот... Нет, здесь выход из... Блин, а куда бы его залепиздечить-то? Ну, вот сюда вот, может быть. Да, здесь пусть стоит. Пусть стоит. Кому он здесь мешает? Пуф. Пуф и стол. Пуф и стол. Ой, не-не-не, черное. Купить несколько. Их два должно быть пуфа-то. Вот сюда поставим. И еще вот сюда поставим. А стол поставим вот сюда. Тоже, естественно, черный. Черный-черный. Купить сейчас... Зашибенски. Блять, просто обосраться, какой я дизайнер. Так, и чё? Опа, клумба. Клумба. Посадить растения хризантемы, герань, кровавая, красная, газания. Ну, давайте начнем с хризантемы. Хризантемы будут у нас с тобой какие? А вот такие. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8. Блять, считать немножко не умею, ну ладно. Ну а что поделаешь? Ну, в принципе, как бы вот немножечко опять отвлекают меня, как всегда. Никто не сомневается. Герань. Кроваво-красная герань, но что-то она здесь вообще не кроваво-красная, но хоть давай алый цвет сделаем, чтобы он хоть как-то был похож на кроваво... Вообще не алый цвет. Но, видимо, наших... Точнее, не наших, а авторов этой игры это вовсе не смущает. И газания. Что такое газания, я вообще не пойму. Тоже какие-то сорняки, походу. Так, 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 сюда и сюда. Но это все, это еще не все же. Это же ведь еще не все. Где-то здесь еще что-то нужно было сделать. Кусты какие-то, клумбы. Перголы. Где здесь перголы, чтобы я ее удалил?
Вот она, ёптё мать. Кто бы мог подумать, да? Пергола-то где? Вот она, пергола. Угу. Посадить растение. Хвойный кустарник. Ну, я так понимаю, вот сюда куда-то нужно посадить. Купить несколько и посадить. Не шута себе. Где ж мне столько места-то высосать? Эй! Серьезно же, я же ведь не шучу. Куда мне это надо посадить? Это надо максимально постараться, чтобы оно влезло. Ну пусть вот тут, блядь, поближе надо подвинуть. Да, вот, наверное, так. Давай, засыпай скорее. Оп. Отлично. И где-то что-то нужно сделать еще. Клумба. Вот где эта клумба? Серьезно. Вот где-то здесь опять? Я, может, что не понимаю? Вот. Клумба. Мне нужна клумба. А клумба, скорее всего, перед домом. Так, нет? Нет. Здесь клумба готова. А здесь клумба что? Здесь клумба не готова? И здесь не готова. А вот тут, тут вот, ёб твою налево, серьезно. Ну, давай поставим сюда, купить сейчас вот этот кустарник, или как он там называется. Пусть растет здесь. Как сложно найти место, где выполняется задание, тем более, когда оно состоит из одного квадратного метра. И за это за все нам заплатили 300 тысяч всего. Ёб твою налево. Ради этого мы мучились. Ну, в целом, наверное, мы на этом серию-то и заканчиваем. Просто потому что. Просто потому что. Потому что мы выполнили уже достаточное количество миссий, и да, время подходит уже к концу. Я хочу попрощаться с тобой. Спасибо большое за то, что ты посмотрел эту серию. Ставь комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии и в других игрушках. Пока.